Буквально накануне разразившегося скандала с Романом Давлетяровым, Лера Кудрявцева улетела отдыхать. В качестве места для отдыха она выбрала Дубай. Телеведущая отправилась туда не сама, а в компании с мамой. Знаменитость хотела сделать подарок родительнице, провести с ней время и сходить на зрелищное шоу. После просмотра последнего они обе остались в восторге. В остальном, времяпрепровождение мамы и дочери мало чего отличалось от отдыха обычных граждан. Они с удовольствием ходят в рестораны и отдыхают на местном пляже. В первый же день у Леры сгорел нос, и она решила это продемонстрировать весьма необычным способом. Телеведущая использовала фильтр, искажающий лицо. Посмеявшись долго, звезда пояснила, что так решила показать себя настоящую. Остальные дни звезда предпочла наслаждаться отдыхом в тени. В сторис она опубликовала еще один снимок. На фото Лера запечатлена в купальнике на шезлонге. Пользователи обратили внимание, что в этот раз она не стала скрывать мир. Более того, телеведущая надела классическое бикини. Многие удивились тому, насколько хорошо она выглядит всего спустя 2 месяца после операции. Бюст у Кудрявцевой оказался маленьким и аккуратным. Напомню, что имплантанты Лера удалила после того, как один из них разорвался. На протяжении нескольких лет он протекал, заражая ткани организма. Но она этого не замечала. В итоге причина плохого самочувствия была найдена, имплантанты удалены. Звезда рассказала, что больше никаких вмешательств в плане коррекции фигуры она делать не собирается. Пройдя через все муки, она предостерегла других женщин. Кудрявцева попросила их 10 раз подумать, прежде чем решиться на подобные вмешательства.